Ну, конечно, очень сложная игра сегодня, но как мы это умеем делать, но не забиваем первый тайм, не знаю сколько моментов, потом второй, потом получаем и в какие-то моменты обороняемся, чтобы не пропустить второй. Но сегодня я очень доволен тем, что ребята все показали характер, потому что очень тяжело было вернуться после 1-1 и там моменты у «Зенита», где попросту, ну, моментами лучше играли нас. Но попросту я очень доволен, потому что мы вернулись, забили второй гол и допроводили до конца эту игру. Не ожидали, что агрессивно так начнет питерская молодежь, но в принципе у них как бы школа есть и они могут себе позволить так сыграть. Мы просто не ожидали от них такого. Вот, наверное, их раскрепощает то, что они вне турнирной таблицы, то есть независимо, какое место займут, они не выйдут там. Вот. Но с другой стороны, то есть мы перехватили инициативу, забили гол, могли еще забить пару голов, сразу пару хороших моментов я не забил, то есть и может сказаться отсутствие игровой практики. Вот. Ну, хорошо, что хорошо кончается. У нас вон, появился король воздуха Кантемир Бирхамов, который решил исход матча. Емоції не видержали. Такий момент був попросту результат 1-1. Не виходить у нас нічого. Нужен гол, щоб попросту доганяти там Томі Газовик. І попросту по цьому нерві не видержали. Но я уверен, що ребята справляться без мене там. Опять самі себе придумали очередні якісь непонятні проблеми. Хорошо, що так все закончилось. Ну, понятно, что команда приехала в ослабленном составе со стороны соперника. Ну, территориальное и преимущество мы имели на протяжении всей игры. И что дало в голы. То есть мы не можем реализовать то, что создаем. А так, ну, спасибо, конечно, ребятам и спасибо всей команде, что играли до конца, не сомневались в положительном результате. Матч к матчу не приходится, вот, поэтому, наверное, опыт все равно сказался, выиграли. Я думаю, и моментов больше создали. Вот, просто опять волейбольная концовка. У нас частенько такое бывает. Нет, я уже говорил, инстинкта убийц. Нам нужно забивать и добивать сразу соперника, а не оставлять на потом. Ну, Младен не на своей позиции. Это для него непривычная позиция, правозащитник. Но потеряли защитника, точнее нападающего. И там получился момент, что первым ударом он не попал в створ ворот, но не попал, не забил гол с первого момента. А второй гол уже начали перестраиваться, закрывать ближний угол, но хорошее исполнение, мяч залетел в ворота. Неудобно играть вообще, но попросту, но не было кого сегодня. Тренер спросил, я могу ли сыграть там. Я сказал, что для команды я это сделаю попросту, но у нас не было на скамейке правозащитника. Знаете сами, что Анри прошлую игру получил красную карту, Ваня сегодня получил травму, но попросту пришлось играть. Но для команды надо даже и на ворота вставать.